Коррупция, словно всепожирающая гадина, каждый год запутывает свои сети все новые и новые города России. Вот, пожалуйста, вам и город Артемовск. На ремонт этого сквера новый градоначальник уже потратил около 20 миллионов рублей. Результат налицо. В следующем году выделит еще столько же. В Артемовском городском округе с деньгами, похоже, все в порядке. Тратить просто уже некуда. Закрывать тоже нечем. На помощь чиновникам приходит фотошоп. В общем, здесь была дорога, построенная объездная. Наша администрация решила сделать фотошопинг, что тут смыло все. Тут были трубы положены, щебенкой усыпаны, под асфальт закатаны. 6 труб диаметром 1,40 м, 12 метров длиной. Они сделали фотошопинг, что все смыло, представляете? И после этого увезли трубы на металлолом, а щебень, около 2000 кубов, увезли в город. Ну, видимо, попользовались им, деньги какие-то, наверное, списали, положили на карман. А там, где нарисовать забыли, можно госприемку так напоить, что оптическая иллюзия возникает. Месяц назад здесь еще находился новый, сданный в эксплуатацию, пожарный пирс, который обошелся бюджету больше 140 тысяч рублей. Значит, когда мы сюда приехали первый раз с журналистом, значит, засняли такую картину, вот он был принят в таком виде, были железобетонные блоки отгорожены, железобетонные блоки накренены уже в сторону воды и подперты трубами. Значит, ну, конечно, это нанотехнологии, но вот сейчас это мы видим, вот тоже это месяц он простоял, и через месяц его просто смыло, когда прошел дождь, потому что заявленные материалы, которые были в тех задании прописаны, они здесь не использовались при строительстве. А подрядчик, он по гарантии несет какую-то? Несет, он должен восстановить, но будем требовать, чтобы восстанавливал. А материалы на строительство пьяного пирса добывали прямо отсюда, в 50 метрах от объекта. Администрация города, конечно, отрицает это, но надо быть дураком, чтобы этого не понять. Когда мы с прокуратурой сюда выехали, первый вопрос у помощника прокурора был, почему не использованы те материалы, которые были заявлены, то есть щебенка. Потому что мы были как раз в дождливую погоду, и здесь глина, видите, да, скальный грунт с глиной. Глина намокла, и грунт пополз. Соответственно, администрация попыталась себя свалить вину, сказали, что это кто-то разрушил, это кто-то выдернул трубы. Ну, сами понимаете, то есть такое сооружение, когда 24-тонная машина подъезжает и заправится водой при пожаре, в случае пожара. Еще, видите, какой аттракцион, нужно попасть в эту дырочку с большой высоты, с 5-6 метров. Еще забрать эту воду, открыть как-то этот люк. Ну, то есть, конечно, это все было нелепо, глупо сделано. И я считаю, что это просто были размазаны бюджетные средства. Ну, и сейчас... Кто подрядчик? Ну, подрядчиком являлся местный МУП, который, я вообще не знаю, имеет, не имеет там лицензии на строительство. Ну, у нас, как в нашей России, каждый второй считает себя строителем. Вот нет, поэтому так... Перевозьмите. Впрочем, прокуратура уже включила заднюю. Добрый день. Добрый день. Алексей Юрьевич, расскажите, пожалуйста. Подождите, что вы, с чем? В смысле, что с чем? Федеральный телеканал Крик ТВ. Анисимов Евгений. Шлите. Камеры оставьте. А зачем? Мы в соответствии со статьей 47 закона о СМИ, мы просто хотим, считайте, устный запрос сделать. Марина Сергеевна, добрый день. Артемовский прокурор Сидорук Алексей Юрьевич. К нам приехали Крик ТВ, пресса, они значит, и просят дать определенные комментарии с вопросами. В соответствии со статьями 39, 40, 47 закона. Настойчиво, я говорю, что подождите немножко, они не могут ждать. Я с ними мы не согласовывали, не приглашали еще. То есть сейчас пока поступить и что им разъяснить. А разъяснить то, что идите-ка вы в баню, а вернее в пресс-службу. Кстати, звонил прокурор не абы кому, а старшей помощнице своего областного начальника. Зовут сию барышню Мария Канатова. Поразительно, что закон о СМИ, равно как и другие законы, не знают даже в региональном надзорном ведомстве. Поэтому совсем не удивительно, что контроль за чиновниками здесь не ведется. А контролировать давно пора. Ну, здесь мы с вами прекрасно видим, да, значит... Дорога идет к главе, в каком исполнении, и крупный щебень у нас есть, и мелкий, и прикатано у нас, и бровка сделана блоками, выложена ФБСными. Вот эта улица обошлась бюджету больше 1 000 000 рублей. А вот эта дорога прямо за домом главы. Здесь живут простые смертные люди. Качество дороги, ну, вы можете оценить сами. Сюда не выделяются бюджетные средства. Здравствуйте, а вот мы к вам как раз. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про дорогу к вашему дому.
Она не к моему дому дорога. А почему? Ты там всего два дома-то. Да нет, вы съездите туда, посмотрите, что она идет. Мы уже только что оттуда. Ой, зря он на самом деле к себе домой журналистов приглашает. Ведь дом-то у него по документам 25 квадратных метров всего. Мы находимся, так называемый родничок, куда люди ездят за водой. И за этим родничком находится дом нашего главы, который декларируется им как 25 квадратных метров. Да, этот дом, да, новостройка. Ну, это ладно, как говорится, декларирование – это нарушение, пусть прокуратура выясняет. Прокуратура, конечно же, тут все выяснит, а потом догонит и еще раз выяснит. Она не может даже выяснить, что канализация из дома главы сливается прямо в источник водоснабжения. Вода очень вкусная. Городские чиновники здесь день и ночь работают над тем, чтобы улучшить условия жизни людей. Жилищные условия Елены Карипановой уже улучшили. Ей дали муниципальный дом 1886 года постройки. Из благ цивилизации в доме только электричество. Ну а как же иначе? Без него же просто не узнать о величии России. Вот так вот я и выхожу, и захожу так. Воду я пью из бочки, и моюсь, и стираю, и все, и только из бочки. Колонка ни одна не работает. Дождевая. Дождевая вода. Ну, то есть это 21 век, вы пьете вот эту вот... Да, пью. Вот это вот... Это что такое? А почему вы удивляетесь? Тут удивительного ничего нет. Ни одна колонка не работает. Ни одна колонка не работает. Вы как этот дом вообще получили? Как этот дом получила? Потому что материться неохота. А и нельзя, Роскомнадзор запрещает. Заболотье все разделали, и вот нас сюда переселили. Муж у меня уже как 2 года умер, вот так вот одна и мучаюсь, живу. Есть хоть какая-то надежда переехать в нормальную квартиру? Да никакой нету. Никакой нету. Надо мной уже и сельский совет смеется, что я... И жители здесь смеются, что меня считают уже вот такой. Это почему так считают? А потому что я выступаю все время. Так же, как это и принято на федеральном уровне, славят местного мэра только шуты да спортсмены. Но это как обычно. Вот этот боксер в городскую думу был делегирован специально для продавливания линии градоначальника. А как вы оцениваете деятельность главы округа? Я же вам сказал, что я без комментариев. То есть комментариев нет, никак не работает? Как спорт развивается в округе? Нормально развивается, не переживайте, вы посмотрите. Да? Вот мы и смотрим. Это теперь уже заброшенная и поросшая травой спортплощадка когда-то была гордостью поселка Красногвардейский. Здесь вот были футбольные ворота в той части, в этой. И ребятишки, конечно же, играли в футбол. Но директор школы, не знаю, от себя она лично, это или по команде Багасарян, дело образования, она ворота спилила, говорят, на металлом ушли эти ворота. Перед стадионом стоит школа, которую просто убили эффективным ремонтом. То есть он как бы много лет производился по документам, а в реальности крыша как протекала, так и протекает до сих пор. Сейчас школу вообще закрыли. Не только в прокуратуре тотальная юридическая неграмотность. Педработники закона СМИ тоже не знают. И потому, чтобы попасть в здание, требуется вызывать полицию. Чего не пускаете? Ну, мне так сказали, не кто? Пускать. Начальство. А федеральный закон не в счет? Я-то что могу сделать? Вы ничего сидите? Выполнять федеральный закон, статью 47 закона о средствах массовой информации. Сказали, препятствуйте деятельности, журналистики, это же пункт. Вам тоже распоряжение дал. Крыша, как решит тут, вся дырявая, перекрытие деревянное. Предлагали закрыть третий этаж для подстраховки, на 2 этажах учиться, значит, учить детей учить. И, значит, одновременно строить новую школу. А эту отремонтировать нельзя? Так, по идее, наверное, все можно. Ленинград восстановили, Сталинград восстановили, даже Грозный и тот восстановили. А здесь дом уже 7 лет не могут ни восстановить, ни снести. Рай для бомжей и наркоманов. По этой улице когда-то ходили автобусы. Несколько лет назад, чтобы не ремонтировать дорогу, транспорт просто отменили. Вообще в Артемовском еще совсем недавно было все. И шахты, и заводы, и даже центральное отопление в частном секторе в городе могли себе позволить. 30 апреля произошел порыв вот у следующего дома. Я обратился в диспетчерском ЧС, потому что здесь у ресурсоснабжающей организации даже нет диспетчерской службы. На удивление.
несколько раз обратились, они потом говорили, что вы что сделано. Я говорю, ничего не сделано. Они мне предлагают, обратитесь в прокуратуру. Но в прокуратуру я не обратился. То есть этой зимой вы будете без отопления? Мне пришла такая бумага. Дайте согласие на отключение вас от отопления. Но этой зимой вы будете без отопления? Если не отремонтируют вот эту трассу вот здесь, да. А скажите, пожалуйста, а вот к этому вот человеку обращаться не пробовали? К Путину? Да. Обращались. Что сказал? Ничего не сказал. Мы оба ветераны труда. Мы все, что могли, все силы отдали родине нашей, стране нашей. Мы честно работали, честно трудились. Я спать не могу. Ему под 80, 78, мне 76. Но мы же не можем. Сегодня вот эти вопросы мы задавали на Думе, задавали. И все, за угол нас заводят. И конкретных ответов нет. Просто конкретных ответов нет. Вот уже с мая месяца. Да что уж там отопление, здесь целый водовод украли. Я буквально вот с внуками приехал сюда порыбачить и обратил внимание, нету второго водовода. Нету, просто-напросто аккуратно, ровно разобрали. В общем-то, задали этот вопрос, пока ответа не получили. Перед тем, как попилить трубы под покровом ночи, их отремонтировали за бюджетный счет. Как раз все новые участки истощили. Это полностью рукотворное озеро. Появилось оно благодаря халатности и жадности свердловских властей. Когда в 2016 году администрация Артемовского городского округа обратилась в правительство региона с просьбой помочь разрешить аварийную ситуацию на шахте, ответ премьер-министра был таков – минимизировать все расходы. В итоге аварийные насосы, что откачивали воду из подземелья, не стали ни менять, ни чинить. Их просто отключили, чтобы сэкономить электроэнергию. Премьер-министр области Дениса Паслера, что подписал такое распоряжение, да и еще много всяких гадостей на Урале наделал, сначала с позором уволили, а потом почему-то поставили губернатором Оренбургской области. А тем временем вода из заброшенных шахт затопила мотодром, что был гордостью всего округа. Без мотокросса нет дня поселка. Ежегодно вот здесь, ежегодно проходили соревнования по мотокроссу, ежегодно. Трассу, хоть и в более скромном виде, мужики восстанавливали на свои деньги. Администрация ничем не помогла, да и не стремилась помочь. Я предприниматель Корнеева Юлия Владимировна, генеральный директор ЗАО «Зеленая долина». Защищаю интересы Российской Федерации. Борюсь с администрацией Артемовского городского округа за то, чтобы... Федеральное законодательство не нарушалось, но, на мой взгляд, это несколько абсурдно выглядит. Вроде бы должно было бы быть наоборот. Рядом находится совершенно незагруженная железнодорожная станция, на содержание которой выделяются деньги. Рядом находится линия электропередач и очень много людей без работы. Именно здесь и планировалось создать новое производство. Здесь, на этой земле, могли появиться технопарк и агропарк. Участок огромный, аж 374 гектара. Артемовцы могли получить работу и в теплицах, и в пищевой промышленности. А логистический центр оживил бы экономику всего депрессивного района. Немцы, эта компания ThyssenKrupp, готовы были вложить в экономику территории не менее миллиарда рублей. Это с учетом того, что на сегодняшний день доллар и евро стали больше. И был инвестор российский, который, соответственно, тоже планировал вкладывать деньги. Суммарная стоимость объекта была бы не менее 10 миллиардов рублей. Количество рабочих мест было бы не менее 250. Но самое интересное – это то, что городская администрация распорядилась утилизировать весь срубленный на участке лес путем сжигания. И хотя законом это запрещено, мэр стоит на своем – вырубить и сжечь. Бывшие депутаты рассказывают, как этот городоначальник пришел к власти. Нас Александр Михайлович Шарафьев собрал и сказал, что, уважаемые коллеги, надо проголосовать за Сама Черного, потому что он как бы считается... Нигде ничего не воровал, нигде вроде ничего, нигде не замаранный. Ну и тем не менее, значит, давайте проголосуем и все. Зайдя на трон, мэр стал собирать дань с новых кандидатов. Ну, когда я пошел в депутаты, пригласили на собеседование в главе города, в кабинет к Самочерному. Вечернее время, суббота была. Ну, когда за финансы он заговорил, я сразу понимаю. Я говорю, сколько денег надо? Он говорит, 100 тысяч. Ну, я смотрю, я не возмутился, ничего. Он видит по моей реакции, значит, говорит, 200 тысяч. Я опять смотрю на него. И политтехнолог, 300 тысяч. Ну, тогда я, значит, уже сказал им,
Это говорю, что получается-то? Вы меня пол лета уговаривали в депутаты пойти, а сейчас мне тут дойку устроили.